Итак, число петель кратно 2. Вот. И плюс 1 петля для симметрии. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, то есть у меня 14 петель плюс 1 петля. Ну, по большому счету, если так смотреть, чтобы не считать, то просто нечетное количество петель набираем, и оно само по себе у вас так получится. Значит, первый ряд я провязываю лицевыми петлями, и это будет изнаночный ряд. Просто лицевые петли. Так, второй ряд. Кромочную снимаем. Первая петля изнаночная, вторая петля, вот смотрите, она петля, узелочек предыдущего ряда, и мы вводим спицу под узелочек и вытягиваем петлю отсюда, то есть на ряд ниже. Далее вот эту петлю я поворачиваю и провязываю их обе. Вот. Далее снова изнаночная. И такая же петля. Вот две петли раппорта. Здесь я поворачиваю, одеваю их обратно обе и провязываю. Изнаночная. Достаю, поворачиваю, возвращаю обе на левую спицу и провязываю. И так до конца ряда. Конечно же, берет побольше пряжи, чем обычно, но это, если это кардиган, то это и понятно. Так, и последнее заканчиваем изнаночной и кромочную. Вот. И все. Вот это весь узор, девчонки. Далее у нас снова первый ряд раппорта, лицевые петли. Вот, что касается узора по кругу, то в принципе ничего сложного, абсолютно ничего сложного. Вы точно так же вяжете второй узор, только в лицевом ряду. Ой, второй ряд. Вот. А этот ряд вы вяжете ряд изнаночными. Все. Вот и все различие. То есть просто он вяжется и в круговую, и в поворотных рядах. И четвертый ряд мы делаем то же самое. То есть узор точно так же вяжется. То есть, по большому счету, узор из одной петли, вот она, двойная, и один ряд, потому что узор вывязывается только в одном ряду и одинаково. Единственное, что можно сделать, девчонки, чтобы я еще, возможно, попробовала, расположить эти узелки в шахматном порядке. Но я еще не пробовала, но, возможно, я попробую. Тогда вообще интересно будет вот такие вот мини-шишечки. Вот. Вот и все. Вот такой вот прекрасный узорчик у нас сегодня. Простой. Самое время вязать кардиганы. Вот. Вот он. Видите, его уже видно. И вот такой вот он в натуральном своем исполнении. Да, кстати, да. Сейчас вот эта идея пришла, в шахматном бы порядке его можно было бы попробовать. Если что, я покажу в шортс, в коротких видео, я его попробую в шахматном порядке и в шортс вам покажу. Ну а на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.